Владимир приехал поставить свой автомобиль на учет. И хоть выглядит машина новой, с конвейера она сошла до 2020-го. Поэтому паспорт транспортного средства у него старый, добрый, бумажный. В каком-то там плане удобно, что да, там электронный вид и все. Но бумага есть бумага. ПТС лучше бумажный, я так считаю. Менять Владимиру ПТС на электронный или нет – это его личное дело. Обязательных требований у госавтоинспекции нет, только желание владельца. В электронном паспорте будут те же данные, что и в бумажном. ВИН-номер, марка, номер шасси и двигателя, номер и цвет кузова, год изготовления и прочее. Поэтому, если у автовладельцев появится желание ПТС сменить, в ГИБДД рассказали, как это сделать. Если автомобиль, произведенный, еще имеет бумажный ПТС, при желании владельца он может перевести его в электронный вид. Для этого ему нужно обратиться в госавтоинспекцию, в межрайонное регистрационно-экзаменационное подразделение в городе Рязани. Электронные ПТС выдают только на те автомобили, которые сошли с конвейера с ноября 2020-го. И водителей сразу заинтересовал вопрос, как такое авто покупать с рук. В бумажном паспорте написаны предыдущие владельцы и вся необходимая информация. А что с электронным? В ГИБДД дали ответ. В каждом таком ПТС есть его собственный номер, 15-значный. А на специализированном сайте электронных ПТС он может проверить данные о транспортном средстве, в том числе данные о вот последней регистрации транспортного средства. Также при покупке нового автомобиля покупателю следует ознакомиться с сайтом gibdd.rf, на котором также можно проверить автомобиль и на наличие ограничений, и также на его регистрационное действие, и на участие в дорожно-транспортных происшествиях. После подписания договора новый водитель обращается в МФЦ, чтобы они внесли изменения о владельце авто. И пока старый владелец не даст доступ, новые изменения в ПТС не внесет. С новенькими автомобилями проще. После покупки дилер вносит номер ЭПТС в договор купли-продажи. С этим документом человек идет в страховую компанию, а оттуда в ГИБДД. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».